Друзья, всех приветствую снова у себя на канале. Сегодня видео опять о подготовке к Новому году и о тех покупочках, которые я совершила в Fix Price буквально на днях. И хочу вам показать в первую очередь вот эту вот салфетку. Очень мне приглянулись вот эти вот салфеточки. Они где-то длиной, по-моему, 1,5 метра, если я не ошибаюсь. И в прошлый раз я купила такую розовую. Я использую ее в ванной. Половина у меня отрезана на тумбочке, половина на стиральной машинке. Я сейчас вставлю сюда фрагмент, как это выглядит. Но, по-моему, получается очень здорово, стильно, нарядно и не пачкается белая поверхность. Ну и вот так вот у нас выглядит эта салфетка в ванной. У меня рядом помощник, поэтому прошу прощения за посторонние звуки. Ну, в общем, она шикарно смотрится на белых поверхностях. Так вот. Ну, а в этот раз я купила себе синенькую для того, чтобы постелить ее на стол на кухне, вот так вот, как дорожку на столе. И часть, которая у меня отрезалась, лежит у меня на столешнице, на нерабочей столешнице сбоку. Ну и давайте же перейдем к покупкам. Первое, что мне приглянулось в этот раз в Fix Price, это вот такая вот гирлянда, новогодняя, капельки называется. Характеристики лампочек вы видите на упаковке. Я купила ее на замен той, которую я потеряла. Не могу найти свою гирляндочку тоненькую и решила приобрести вот эту вот гирлянду. Вот так вот она выглядит. Была еще в голубом исполнении, но я решила купить в красном исполнении. Она, конечно же, смотана. Сейчас мы ее с вами размотаем и посмотрим, как она работает. К сожалению, я не купила новые батарейки. Сейчас перед видео быстренько нашла старенькие, которые использовались в игрушках, поэтому будет не очень ярко светить, но ничего страшного. Я-то батарейки потом заменю, потому что, к сожалению, вот батарейки в комплект таких гирлянд не входят. Давайте ее распутаем, и я к вам вернусь. Вот так вот, наконец-то я ее распутала. Получилось у меня это с трудом, но все-таки получилось, и это здорово. Итак, давайте посмотрим, как же она светится. Еще раз напоминаю, что у меня батарейки не очень хорошие, уже старенькие, поэтому она не очень ярко светит. Но светятся у нее не вот эти вот капельки, да, а вот светодиодные капельки между бусинками. Ну, тоже такой интересный вариант для декора. Она ненавязчивая. По-моему, будет прикольно смотреться, например, в каких-то видео. Или можно ее погрузить в баночку, как мне предлагала вчера Ксюша. Положить в баночку гирлянду и засыпать какими-нибудь интересными маленькими штучками. И будет очень празднично по-новогоднему. И не только по-новогоднему. Так, продолжаем. Далее, что я еще купила для новогоднего декора. А давайте-ка ее оставим, пусть она светится. Как-никак. Это видео предпраздничное, предновогоднее. Купила я себе еще вот такую классную штучку для декора двери входной. Я вешаю на двери обычно какой-нибудь новогодний колокольчик, что-нибудь такое, да? Ну, в этот раз мне приглянулась Fix Price, вот такая вот штучка. Она тоже на батарейках. Вот так вот она светится. Там тоже такие же лампочки, как и на гирлянде, вот эти вот капельки. Вот такая вот прикольная. Давайте включу свет. Штука. Будет висеть у меня на входной двери и придавать новогоднее настроение всем входящим. Так. Далее я купила вот такие вот бусики новогодние, 2,7 метра. Сейчас я их тоже распакую. В
Обычно я покупала синие, красные, серебристые, золотистые, но в этот раз мне приглянулись вот такие как бы хрустальные бусики. И можно их повесить, конечно, на елку, использовать для декора где-то на каких-то поверхностях, но я буду, скорее всего, использовать ее для своих игрушек, которые я сейчас вяжу к Новому году. Хочу их украсить вот такими вот бусиками. Ну, по-моему, классно. И не из декора, но из очень новогоднего я прикупила две вот такие книжки. «Новогодние истории» и «Новый год игрушек». Были там еще несколько, но мне приглянулись именно эти две. Купила я ее нашим малышам, сыночку и племяшке, для того, чтобы перед Новым годом читать и рассматривать картинки вот в таких вот новогодних книжках. У нас есть книги более взрослые, да, для деток постарше, которые мы обычно читаем перед Новым годом с Ксюшей. Настенька уже выросла и, ну, конечно, она слушает где-то рядышком, но не специально, получается, как бы. А Ксюша еще любит слушать новогодние всякие истории. И вот такие книжки я купила еще и малышам. Я думаю, что они будут более интересны маленьким, потому что здесь мало слов, много картинок, каких-то ярких деталей. Новогодняя елка, игрушки, подарки, Дед Мороз. Смотрите, за окном медведь и олень. Носочки новогодние висят. В общем, здесь можно рассматривать много всего. Бразильский Новый год. В Китае Новый год. Ну и наш, конечно же, российский Новый год. Это как бы путешествие по странам, да, в новогодние страны. А это в Англии Новый год. Вот здесь вот подушечка английская. И вот такая вот интересная книжка. Так что советую заглянуть в Фикспрайс и прикупить что-нибудь своим детишкам к Новому году. Были там разные многочисленные истории и каких-то героев конкретных, которых детки уже знают. Но наши малыши еще маленькие, 8 месяцев и год и 4, поэтому особо никаких героев они еще не знают. Но вот такие вот как бы на общую тематику новогодние книжки нам подойдут, будем с ними читать и изучать. Ну, в принципе, это все из того, что я могу вам показать в этом видео, потому что остальное, то, что куплено, у меня куплено на подарки. И многие из тех, кому куплены подарки, смотрят мои видео, поэтому я не буду это показывать здесь. Но скажу вам, как бы, что в Фикспрайсе можно прикупить очень даже хорошие вещички по приятной цене к Новому году, да и к другим праздникам. Но вот в этом году там очень много всякого декора, различных наклеек, различных деревянных декораций, посуды новогодней, книг, просто завалы. Нужно просто... Кстати, здесь такой колокольчик. Нужно просто-просто внимательно рассматривать, да, то, что там есть, и наведываться периодически, потому что я в Фикспрайсе в декабре третий раз, и только в третий раз как раз был завоз, и привезли очень много всего интересного, что, конечно, не вошло в мое предыдущее видео. Это был поход в Фикспрайс во второй раз. Вот. А в третий раз я уже просто пошла для себя, для того, чтобы кое-что прикупить, для того, чтобы просто поднять себе настроение. Ну что, а мы продолжаем с вами подготовку к Новому году. В следующем видео я хочу показать вам свои предновогодние процессы, которые у меня сейчас в работе, что же я делаю. Ну, а в одном из видео, конечно же, я вам покажу и то, как я украшаю наш дом к Новому году. Кому интересно, заходите к нам на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень рада всем своим гостям. Пока-пока, до новых встреч!